Савик, примерно 2000 людей работали над тем, чтобы этот эфир вышел. За кадром это было невероятно сложно. Как это было в кадре? Ну, там, если я скажу, что это не было сложно, я буду говорить неправду. Это было сложно. Это всегда сложно. По ряду причин. Потому что очень много сегментов, ты не можешь запомнить все фамилии, ты не можешь запомнить все цифры, ты не можешь запомнить вообще все, ты даже не можешь запомнить последовательность. Но когда, знаешь, ты входишь в студию, и вот как ты говоришь, 2000 людей, весь день, да? Ну что ваши экзит-полы, давайте посмотрим на результаты. Да? Ну как-то это немножко так вот, вот поэтому еще и тоже трудно, да, потому что они все время сбивают твой энтузиазм. Ты понимаешь, вот что они делают, они бьют по энтузиазму эти люди. Да, не понимая, что это такой сумасшедший труд, и в принципе это очень правильно. Да, чувствовать людей. Да, это верно. Я не. Знаешь, я когда услышал уже первый упрек, Виталий, а может, я выиграл в первом туре. Такой, ну, может, ты выиграл в первом туре. Краснов, а у меня 20%. Ну ладно, хай у тебя будет 20%. Но это точно не помогает, это точно не дает энергию в эфире. Поэтому я говорю, следующая программа, мы уже что-то будем знать, мы уже то, что там, и ну, посмотрим. Но вот трудно еще из-за этого. Не только потому, что она быстротекущая, там и всякое непонятное включение, то хороши технически, то плохи, и ты не знаешь, что с этим делать. Потом ты понимаешь, что будет очень много таких общих слов. Да, я благодарю там людей, я благодарю маму, папу там и водителя. Да, вот. Но самое сложное, это когда они начинают бить по энтузиазму. Да? Но они же его все равно не убивают. Нет, они его не убивают, они еще до этого не доросли, но они стремятся. А что вам больше всего, ну, может, понравилось или запомнилось? Ну, вот что-то, что сейчас, через 3 минуты после эфира у вас в душе? Мне понравился ритм, мне понравилось, что, в принципе, ну, вот, я тебе скажу, о чем я очень сожалею, что Леонид Макарович не дождался конца программы, да, мне очень жалко, потому что я как раз хотел подойти к теме, которую поднял Яценюк, и услышать от него вот эти обобщающие слова. Вот. Мне понравилось в этой программе, ну, то, что, ну, в принципе, реально она была такая быстрая, динамичная и интересная местами, местами очень интересная. Что мне не понравилось в этой программе, мне, нет, не то, что не понравилось, я могу сказать, что вот мы сделали, я считаю, для телевизионного проекта, мы сделали глубочайшую социологию сегодня. Но я думаю, что на следующие выборы надо будет сделать шаг вперед еще. Нереально, и немножко поработать по областям, да, и как-то немножко распределить там эти участки, где наши социологи работают. Ну, в общем, немножко подумать. Вот. Особенно местные выборы. Это правда, что области могут быть совсем другие, чем мы себе это представляем. Это верно. Вот. Ну, а так, ну, было бы странно, если я бы тебе сказал, что мне не понравился эфир. Правильно?